Их не звали. Тут разве до них? Ведь девчонки в войну не играли. Им все больше наряды да вальс полуночный. Но зажгли бортовые огни, лучшей доли себе не желая, нашей дочки, страны нашей дочки. И пронесся их вальс вихрем огненных трасс, вихрем огненных трасс. Васильковых полей тишина разорвется вдруг грохотом взрыва. Ах, как жалко, что ты не жена, не невеста, да любить помешала война. И коней перепутались гривы, неизвестно, где ты, неизвестно, а дорога длинна, и как хочется в снах закричать, застонать. А дом далеко-далеко, и мир далеко-далеко, по плоскости стук сапог. Девчата, вернитесь в срок. А дом далеко-далеко, и мир далеко-далеко, по плоскости стук сапог. В чем дело, господин мэр? Все в порядке, Эрик. Показалось. Это нервы, господин майор. В этой проклятой стране нельзя быть спокойным. Да-да. Не глуши. Не, ненадолго. Айзен, мне срочно нужны телефонограммы из Берлина. Я один, господин майор. Я не имею права оставить комнату. Вы с ума сошли, лейтенант. Выполнять. Есть.
Да, хер вот, майор. Господин майор. Я, кажется, ошибся, лейтенант. Ошиблись, господин майор. И какое у вас там звание? Полковник государственной безопасности? Что ты несешь, Эрик? Ты взбесился? Портфель мне отдай. Планы укрепрайонов всего фронта. Недурно. Успели посмотреть? У вас ведь фотографическая память, господин шпион. Ты болтаешь ерунду, Эрик. Не офицер Абвера. Я тебя взял. Так, все, держимся менять. Понятно? Понятно. Тогда по машинам. Такая командирша стала в нашей жизни. Она есть командир в эскадрилье. Ты старший по званию. Тебе что-то не нравится? Нет. Счастливо долететь. Взаимно. Возьми. Довези в целости и сохранности. Держи. Как у меня тебя найдет-то? Кто, Ираклий твой? Да найдет. Ну, куда мы за 100 километров переехали? Да что-то на сердце успокоили. Пойдем, а? Что-то случилось? Да не, двигатель запустить не смогли. А теперь все в порядке. Ну вы даете, девки, цветы в горшках, что ли? Да что, на новом месте уютнее будет. Улья, ну полетели, ну, фонарем ведем. Где тут? Аккуратнее с ним. Я его должен как можно скорее доставить в Берлин. Он знает слишком много. Скоро стемнеет. Thank you.
лейтенанта Салышко не прилетел. И мои. Лейтенант Арбузова и сержанту Бадалина. Что, могу их задержать? У моих неполадки были, устраняли. Понятия не имею. Ну, со старого аэродрома они взлетели. Мне уже сообщили. У них полные баки. Если заблудились, хватит еще на час. Будем ждать. Свободно. Есть, есть. Тогда. Может, немец какой налетел? Откуда тут немец? Летит. Летит! Живым. Товарищ Кляш, я здоров, ну честно. Ну ладно, это не вам решать. Ну что вы тут у вас валяться? Там ведь воюют, а я? Послушайте, вот у меня, товарищи, уже нет места на груди для медалей. А у меня только одна нашивка за ранение. За тяжелое ранение, прошу заметить, за тяжелое. Товарищ майор, рядовому пиву необходимо срочно явиться в расположение. Приказ командира. Перестаньте мне морочить голову. И, кстати, у вас печень не шалит? Ничего мне не шалит. Да? Глазки-то желтые. Провериться бы вам. Че, у меня желтые глаза?
Я вам сейчас докажу. И что здесь не уезжай. А, да-да, помню. Состояние стабильно тяжелое. Больше пока нового ничего сказать не могу. Но жизнь будет. Делаем все возможное. Я могу ее повидать. Но она без сознания. Хотите посмотреть? Пожалуйста, 18-я палата. Спасибо, доктор. Приветствую, товарищ доктор. Ну, как вам кажется? Здоров я или нет? Какой же вы идиот, товарищ Пивень. Ну, влезайте уже скорее, ей-богу, или простудитесь, или расшибетесь. А, сейчас. Ваш поступок, товарищ Пивень, скорее говорит о нездоровье ума, чем о здоровье тела. Не отпустите, сбегу. Ему предлагают нормальную жизнь, а он... Не хочу. Я солдат, я воевать хочу. Мне медали мало. Как же ты меня... Иди. Хочешь, иди. Получай мундирование и скажи, что я распорядился. Бумаги я после обхода подпишу. Ура! Ура! Та-та-та-та-та-та. Товарищ боец, ну! Товарищ! Старший лейтенант. Прошу прощения, исключительно от радости. Бывает. Очень тревожно. Почему-то. Что за Ульянушка? Любое дело. Ладно, не сердись. Меня выписали. Сейчас обходной. Привет. Поздравляю. Вот ты меня дождись, не уезжай. Ираклий. Я тут с одной. Барышня познакомился. Рад за тебя. Спасибо. Как зовут барышню? Я не спросил. Как же ты познакомился, даже не спросил имя? Ну, ты же меня знаешь, я парень скорый. Встретил, увидел, закрутил. А потом лежу, лечится. Лечится? Подожди, где было? На третьем. Ну-ка, стой! Где ты? Ага, сейчас. Все, не спрашивай. Стой, я тебе сказал! Да, вот здесь. Она вот здесь вроде стояла. Светлая память нашим девочкам. Thank you.
Необходимо блокировать квадраты. 13.52, 13.53 и 12.38. Да, полностью. Чтобы мышь не проскочила. Да мне плевать, сколько потребуется людей. Сколько надо, столько и получите. Мне плевать на ваших вшивых партизан. Мне нужен человек, который находится у них. Выполняйте. Им удалось уйти. Я понял, господин майор. Вы расставили посты на дорогах? Так точно. Они окружили район. Очень трудно. Что, никак не пройти? С таким грузом? Нет. Во всяком случае, с моими людьми. Нужно сообщить в центр, пусть группу высылают. Очень много солдат. Есть собаки. Собираются прочесывать лес. Надо уходить, пока собаки не почуяли. Носилки понесли. Продолжаем движение. А потом мы с Греком весь госпиталь прочесали. В операционную заходили. Он даже под маски врача заглядывал. Ты, Вань, смотри. Тушенка не испортилась? Хорошая тушенка, хорошая. Их улетела та девушка на своем самолете. А глаза у нее такие грустные были. А ну-ка, пиши, как учили. Ну, высокая, черненькая, волосы черные, брови дугой, нос прямой и губы. Галя Шевченко, похоже. Что же они на письма-то не отвечают? Я что-то пропустил, пока в госпитале лежал. Девчонки, наверное, сейчас воюют где-то. Может, наоборот. Что ж ты за человек такой? Гнилой. Как абрикос, знаешь? Иногда смотришь, вроде нормально. А надкусишь, внутри червяк. Сам ты червяк, дурил. Размечтался о кренделях. Ульяна, Ульяна. Ты на него не обижайся. Его девушка бросила. Замуж вышла с кого-то там, с бронью. Москва спрашивает, сможем ли мы борт принять. Большой не сможем. Там полоса короткая, деревья кругом. Потому немцы нас и не нашли до сих пор. По два сюда не долетит. Или собьют, или горючего не хватит. Вы уходите на северо-восток. Мы их встретим. Через час нагоним вас. Хорошо. Спасибо. И прости, Миш, гоняем тебя, как зайца. Ничего. Он того стоит. Поверь, не стоит. Взяли немца и понесли на северо-восток. Удачи. Девчонки, только никому. Вот они. У них бензин трофейный. Вроде нашего, только октановое число повыше. Ну, в смысле, почище, что ли. А наши на таком полететь смогут? С
смогут, и летные характеристики должны улучшиться. Чем выше октановое число, тем оборотистее движок. А чего тогда наша авиация на такой не перейдет? Наверное, есть какие-то ограничения. Не знаю, я же только до третьего курса доучилась. Оль, пойдем спать, а? Может, попробуем? Ты что, с ума сошла? А если движок заклинит? Если не получится? Не должно, но риск есть. Я не полечу. Да и не надо. Я сама. Даже слышать об этом не хочу. Рискнем. Мы пригласили вас обеих, потому что всем известно, что Шевченко у нас главный стратег. Соблюдать такт, делать вид, что мы этого не знаем, на это нет времени. Товарищ полковник, решите, я выйду. Идите. В общем, ситуация аховая. Надо человека перебросить на нашу территорию. Большой самолет в лесу не сядет, а на наших не долететь. Командование поручило эту операцию нашему подразделению. Обещали любую помощь, если только будет внятный план. Мысли есть? Пока нет. Лейтенант Семенов совершил несанкционированный взлет. Что? А что вы ждали от дочери врагов народа? Самолет заправлен трофейным горючим. Откуда вы это знаете? А есть сознательные бойцы в части, товарищ полковник. Да. Кто заправлял машину? Я. Люся. Ну, на пару. И пойдете у меня под трибунал, понятно? Да только в том случае, если она вернется. Какие у вас основания подозревать в предательстве боевого офицера? Отставить, капитан. А опыты ставить над боевой машиной? Это, по-вашему, не предательство? А вот она летит! Это анархия, товарищ полковник. Виновные будут наказаны. Вот так. Товарищ полковник, разрешите предложение по задаче? Не сейчас. Это связано с проступком лейтенанта Семеновой. Хорошо. Значит, жду вас обеих в штабе немедленно. И Семенова с собой прихватите. Надеюсь, нарушать дисциплину и рисковать боевой техникой вы не позволите безнаказанно? Конечно, не позволю. Точно так же, как и раздувать это дело до масштабов заговора. Разрешите, все... товарищ полковник. Ну что, Шевченко, говори, что хотела. Есть предложение по задаче. Карте разрешите подойти? Давай. Может, мы не будем обсуждать при посторонних подробности операции? Кто здесь посторонний? Лейтенант Семенова, которая показала себя в последнее время только с худшей стороны. Я вообще сомневаюсь, место ли ей в составе части. Товарищ майор, давайте не будем перегибать палку. Давай. Здесь немецкий заправочный аэродром. Если бы могли там сесть... Отличная мысль. Ну что, Семенова, как себя ведет наша машина на немецком топливе? Нормально ведет. Скорость выше. Я с 3/4 полосы взлетела. Летала, правда, не очень долго. Ох, как мы рискуем. Но другого выхода все равно нет. Молодец. Значит так, на обратном пути. Садимся на их аэродроме, заправляемся и летим дальше. Да, осталось дело за малым. Аэродрома захватить. Значит так, в связи с особой срочностью задания, разбор безответственного поведения лейтенанта Семенова мы откладываем до окончания операции. Можете считать себя под арестом. Условно. Есть. Ну идите, что стоите. Есть. Thank you.
Немец брюнет. Конечно, иди к черту. Мы с тут делом. Ты думаешь, на немца похож? А че? Я похож. Где Пиев? До ветра отлучился. Товарищ капитан. Герр-лейтенант. Я Оль. Докладывайте обстановку. Один часовой на вышке. Два по периметру ходят. Здесь караулка. Там, наверное, рация. На крыше антенны. Свет горит, но никто не выходил. Понятно. Так, территория большая. Наверняка есть еще посты. Жалко, времени мало. Через 40 минут полоса должна быть готова. Самолет уже в воздухе. Я и Петр Фадеевич. Берем пункт связи. Ираклий, вы с Ванькой казарму. Только начисто и бесшумно. Леша, часовой на вышке твой. Если что, поддержишь нас огнем. Ну что, пошли? Да. Я Воль. Понял. Куда надо? Добрый вечер. Кто вы? Можно войти? Трое. Тихо. Фадеевич, надо смотреть территорию. Только аккуратненько. Ну да. Гурмы запереть за мной. Необходимо подготовить взлетную полосу. Девчонки могут прилететь затемно. Давай, давай. Вперед. Грек,
Пошли со мной. Поджигай, Петр Фомич. Соедини со штабом. Зак, скажи. Алисон, все в порядке. Сказал, что сегодня гостей быть не должно. Хорошо бы. Вас издашь. Что это? Их возник! Я не знаю. Клянусь. Я тебя пристрелю, дубина. Откройте чертовы ворота. Чего они хотят, командир? Ругаются. Хочет, чтобы ворота открыли. Смена караула. Чего делать будем? Девчонки скоро прилетят. Колотушечку дай. На всякий. Только аккуратненько. Повторяю еще раз, тупица. Открой эти проклятые ворота. Что случилось, капитан? У вас что, глухонемой на вышке? Вы кто такой? Их? Я? Я офицер советской армии. Русский самолет. Все равно нужно садиться!
где-нибудь! Сорвется! Слышь, Лэй, сегодня уже один человек, который умирать остался! Никто и собирать не собирается! Самолет заправил, мы уже лететь! Держите! Как пассажир! Не знаю, знаете, как... Столько людей из-за него! Значит, его жизнь того стоит! Все, все, барыши! По самолету! Товарищ полковник. Давай, пей, не до церемонии. С того света, можно сказать, вернулись. Пока не все. То, что вы сделали, настоящий подвиг. Я буду лично просить руководство страны наградить всех участников операции самыми высокими наградами. Костя! Костя, Костя! Товарищ генерал. Лежи, лежи, лежи. Дайте бумагу. Уже не успел. Я прошу всех выйти, мы останемся вдвоем. Ты же генерал, я за дверью буду. Нет. А девчонки мыться пошли. Нам тут механики баню организовали. Не хочешь сходить? Не хочу. Ребята вернутся, вот увидишь. А ты что, все наперед знаешь? Не все. Ну, я же тебе тогда сказала, что Соня с Ульяной вернутся. А-а-а. Они же прилетели. Ну да, я живу. Девочки, из госпиталя звонили. Нужны документы Ульяны Салышко. Зачем? Померла она.